Ямальские спасатели приостановили активную фазу поиска пожилой женщины, потерявшейся в лесу в окрестностях Лабытнанги. Сейчас идет сбор информации о возможном маршруте следования пропавшей. Напомним, женщина ушла в лес за грибами 31 июля и до сих пор не вернулась. Ежедневно в ее поисках участвовали от 20 до 30 человек. Среди них спасатели, сотрудники других ведомств, волонтеры. С помощью квадрокоптера осматривали территорию, однако до сегодняшнего дня поиски не принесли результатов. Предположительно, женщина была одета в костюм камуфляжного цвета. Убедительная просьба к ямальцам – обращать внимание на окружающие вас в лесу предметы одежды или аксессуары. Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшей женщине, просьба сообщить по телефону 8 902 820 2014 или номер 112.